Отсутствие всех официальных документов на официальном сайте правительства, постановлений и распоряжений чиновники объясняют обилием документов и необходимостью технического переоснащения. Точного времени, когда система заработает должным образом, пока там назвать не могут. Вся информация о структурных подразделениях правительства Севастополя будет доступна на официальном сайте к концу года. Вся разветвленная сеть нашего сайта официального, она подразумевает подразделы всех подразделений, которые входят в состав всех структурных подразделений. Наполняемость, естественно, оставляет желать лучшего именно по причине, опять же, скорости. Я думаю, до конца года мы точно все доделаем.